было всего 5 минут. Насколько, какие шедевры придумали люди. На самом деле мы таланты, каждый из вас может писать такие стихи. У нас девочка была, я не помню, на твоем курсе или нет, Лена Игнатьевская. Да. Она первым делом сказала, говорит, я не умею писать стихи. Я не умею писать стихи. Девочки такие стихи писали, там, что Лада, да? Это стихи просто это потрясающе. Просто мы никогда это не пробовали делать. У нас женщина Инна Филонова на курсе, она первая кричала, я не буду ничего сочинять, я не умею. Она выпустила уже 3 книги стихом. Выпустила. Она стала вот писать вот такие стишочки, да, на намерение. И потом ее как поперло, нам просто нужно, как это, когда подкрепишься, нужно разъесться, да? Ой, то есть когда, ну, начать есть. А тут нужно просто начать что-то делать, хотя бы писать стихи, вас попрет и попрет. Так что эти стихи, вот посмотрите, кто что написал, они очень быстро работают. Что мы сделали? Мы взяли свою энергию и выплеснули на бумагу все, что у нас было. Шедевры просто потрясающие. Так что пишите стихи, и не только симаронские, да, волшебные, а просто можете свои эмоции выкладывать. Также бывает, ты начинаешь писать, даю тогда классную очень технику. Называется «Сценарий идеального дня». Как делается этот сценарий? Вы уединяетесь, чтобы никого не было. Это уже мои фишки. Зажигаете свечки? Ну, девочка. Мои свечки. Включаете красивую музыку и мысленно опускаетесь в самый идеальный день своей мечты. Как вы его видите? И начинаете расписывать. Я просыпаюсь там-то, там-то. В стране в какой. Это что, весна, лето, зима, осень. В квартиру, да, или в комнату влетает очень свежий ветерок. Да, наши мои занавески колышутся. Они розовые, в цветочек. Я слышу пение птиц, я слышу аромат, который доносится из сада, например, если это частный дом. Вы расписываете все до минуты этого дня, подключая все органы чувств. Зрение, что вы слышите, какие запахи вы улавливаете. И эмоционально, что вы чувствуете внутри. И вы поверьте, вот вы начнете сначала, может быть, это будет тяжеловато, но в какой-то момент рука сама начинает писать. Вы начнете писать. Да, например, я прописывала, что я просыпаюсь в своем собственном доме. Это розовая комната, колышутся занавески, свежий ветер влетает, это весна, поют соловьи. Я спускаюсь по деревянной лестнице босиком, я захожу, я чувствую запах кофе, который варит мой муж. Я спускаюсь на кухню, да, и так далее. И прямо прописываю весь день до того, как я засыпаю. Еще важно, да, так как у нас всего 2 дня, на таких занятиях, когда у нас идет там недельное, я даю задание на второй урок, чтобы вы сделали пару шагов действий навстречу своей мечте. Как это происходит? Например, если у вас в вашем идеальном дне есть автомобиль, ну, на котором вы едете, например, Mercedes белый с кожаным салоном, вы идете в салон и берете себе тест-драйв на этом автомобиле. Прямо заказываете. Если у вас есть свадьба или вы замужем в этом идеальном дне, вы идете в салон, в магазин свадебный и меряете платье, чтобы сделать какой-то шаг. Если вы живете в частном доме, вы начинаете выбирать себе участок, где вы хотите, прямо искать. И уже подбирать проект дома, какой вы хотите дом. И вы увидите, как это быстро начнет срабатывать. У меня история вообще просто потрясающая была. Я когда прописала, я написала, что я спускаюсь по лестнице, и 7-я ступенька у меня скрипит. Мы сейчас сделали лестницу, и она как по плану дома, она должна была быть в другую сторону. Ну, думаю, ну ладно, но нет, приезжает этот лестничник, я не знаю, куда он. И говорит, ребят, слушайте, а у вас в эту сторону-то не пойдет. Вы так двери сделали? Нет, тут не так. У вас пойдет только в другую сторону. И лестница располагается так, как у меня в моем идеальном дне. И как раз вот сейчас начала, я думаю, что же не скрипит-то, что не скрипит? Заскрипела 7-я ступенька, и мне сейчас люди говорят, слушай, у тебя тут что-то скрипит. Он говорит, ты хоть позвони им. Я говорю, так надо, это так надо, тут должно у меня скрипеть. Ну, вот. Так что прописывайте, пропишите. У меня подружка моя, вот, которой мы там дружим с 12 лет, она
написала, она никогда ничего не писала, ни стихов, не писала никакие там сценарии идеального дня. Она звонит, говорит: «Наташ, я хочу тебе прибежать», она рядом живет, «и просто прочитать свой идеальный день». Я села, и у меня так шатко, валко шло, а потом так раз, я написала. У нее пол тетрадки, 12 листов было, 24 листа. Я в жизни от этого человека не ожидала, то, что этот человек может написать это просто как будто бы какой-то роман приключенческий. Так что классная техника, используйте ее и пишите. Сразу дам технику, потому что забуду. Вторая техника называется подарки. Наверное, многие знают. Эту технику мы используем, когда нам нужно добиться от какого-нибудь... Человек это хорошо работает, знаете, на каких-то бюрократических органах, да, там... Когда нам какие-то бумажки надо, квитанции, заявление подать, когда нам нужно отмазаться от полицейских, от гаишников, это очень хорошо работает. Итак, когда мы встречаемся с человеком, например, мне нужно, чтобы меня, например, директор отпустил в отпуск, а он не отпускает, засранец. Я начинаю, вот смотрю на человека и думаю, что вот в этот момент жизни, сегодня, 14 марта, мне нужно. Я смотрю, давно он в отпуске не был. Вот 100 пудов. Наверное, устал, нужно ему отдохнуть. Я мысленно начинаю этого человека представлять на Канарских островах. Как будто он лежит в окружении красивых, потрясающих девушек стройных, которые делают массаж ступней, которые там подносят ему вискарик. Еще прямо, и мы представляем полностью, например, директора. Дальше. На гаишниках хорошо действуют деньги, когда мы дарим пачки денег, долларов. Также виски хорошо действуют и так далее. На женщин хорошо действуют букеты роз, мужчины красивые, драгоценности, норковые шубы и так далее. Но смотрите, важно не так просто дарить, а именно понять, что в этот данный момент этому человеку нужно. К примеру, едет у нас девочка, зима. Февраль, останавливает ее гаишник. Она говорит: я давай колбаски. Он говорит: пристал, как вот банный лист, и не отпускают. Вообще, он говорит: я хотя не нарушала ничего. И он там: это не то, там номера залепились, там огнетушителя нет. Он говорит: ты все пристал. Он говорит: я ему одно, я ему другое, я ему виски, там обнаженных женщин. Он говорит: вообще ничего не работает. Он говорит: да что ж это такое? И она понимает, я сижу в машине в теплом, а он, бедолага, в феврале на улице с этой дубинкой. И я ему беру и представляю, что я ему даю чашку горячего кофе, и он делает глоток. И он тут же, вот, и говорит: я только представила, он говорит: да ладно, что ты вам пристал, едьте. И он отпускает. Согрелся. Да. Потом у меня история была. Я в свой день рождения всегда что-то делаю новенькое. И вот в один день рождения я решила стать донором. Я собралась, уже, и тут мне подружка приезжает, и я говорю: ты куда? Я говорю: слушай, а я решила донором стать, вот в свой день рождения пойти там сдать пол литра крови. Вот, она говорит: а я с тобой хочу. Я говорю: ну пойдем. Мы приходим в эту станцию, меня-то берут, потому что я в Пушкине живу, а Вика приехала из Питера. И говорит: мы вас не возьмем, вы должны сдавать кровь по своему месту жительства. Я говорю: ну пожалуйста. И мы никак, мы и так. Я смотрю, у этой медсестры, которая заполняла мои бумаги, у нее ветреные губы. Я беру ей мысленно, дарю гигиеническую помаду. И представляю, как она берет, мажет губы, и она такая: да ладно, второй говорит: смотри, классные девчонки какие, да? И говорит: откачай у них по пол-литра. И они у нас откачали, очень полненько крови, но нормально все пропустилось. И еще вот одну последнюю волшебную историю, хотя у меня таких историй миллион. Последняя история, она для меня вот мистическая, до сих пор я не верю, что это произошло. В общем, отправили меня как-то с моим племянником в поликлинику. Я подхожу, раньше тогда еще бахил бесплатных не было, нужно было покупать за 5 рублей, а у меня только 5-тысячная купюра. Я Андрюхе говорю: Андрюх, я говорю, давай, я говорю, быстро на второй этаж, я говорю, я тебя запущу, и что там, может быть, никто не заметит. Мы забегаем, я его запускаю в кабинет, сижу вот так на банкеточке, вот так. И вот бабушка, это уборщица, старенькая, идет со шваброй и спускается в ноги мужчина, который тоже без бахил. И начинает на него трехэтажным матом, вот это, да, и выгоняет его из вестибюля с этажа. Я сижу, думаю, ну все, сейчас до меня дойдет. Я спрятала ноги, сижу. Думаю, а что же я рвала кровь? Я же могу сейчас что-то сделать, что-то поменять. Думаю, а тебе подарок подарю. Я смотрю на нее и думаю, а что тебе надо, моя родная? А я смотрю, у нее вот такие вот бровки, она вообще вот такая сухенькая,
видно, что, знаете, вот несчастливый человек, вот плохо в жизни. Я думаю, а дай-ка я тебе начну любовь дарить. И я представляю, что она сидит в такой уютной комнате, камин, там дрова трещат. Она сидит в такой шале, на кресле качалки, у нее книга детская, вокруг нее много детей, внуки, они ее целуют, приходят. Я прям представляю вот эту идиллию, как любви столько. И она подходит ко мне. И она так раз ко мне со шваброй и говорит, и вы еще тут без бахил. В это время вот здесь сидела маленькая девочка, 4, там годика 5 лет, и бабушка. Эта девочка хватает меня за талию и говорит, вы же не будете ругать мою маму? Посмотрите, какая она красивая. Я смотрю на девочку. Кому подарила? Я смотрю на бабушку. Мы в шоке все. И вот эта бабушка, которая со шваброй говорит, конечно, не буду, у тебя такая замечательная мама. И уходит. Мы не поняли, что это было. Это реально настоящая история. Что произошло такое? Да, вот как будто в пространстве что-то произошло. Так что вот эта техника, она реально меняет пространство. Сейчас вот, Володе не было, я рассказала, как девчонок надо это. Хотите технику для девочек? Да. Да, Володя, ничего ты, да? Нормально. Что у женщин? От мужчин. Что ты получить? Так. Что нужно сделать, как вы думаете? Подарить. Ага, сейчас вам подарить. Например, идете вы на собеседование или там опрашиваетесь, или на каком-то совещании сидите. Или еще. Нужно представить мысленно, как вы с этим мужчиной занимаетесь сексом. Даже если не очень хочет? Да. Во всех позах. Во всех. И вы увидите, что начнет происходить. Реально. Это называется запах мысли. Называется эта техника запах мысли. Не надо попробовать, надо сделать. Сделаю. Ну вот. Едешь в автобусе и давай со всеми там. А нет, вы просто попробуйте. Вы просто попробуйте. Тебе билетики отдают, билетики. Нет, вы просто попробуйте, это очень классно. Даже сразу мужчина, мне нужно там было от парня, от нашего друга кое-что. А он не как вот тут, зараза, это давно было. Я так сижу, сидим мы. Он такой, давай про Родионова, а что ты делаешь? Ты опять своими шуточками тут что-то. А как вы думаете, работает в обратную сторону? Ну, если мужчина, от женщины. Конечно, нет, наверное. Конечно, нет. Они это с детства этим занимаются. Мы с вами. Ну вот, да? Как мужчинам добиться от женщины что-то? Знаете, что сделать надо? Надо мысленно подарить девушке котенка. Все, это очень, мы все и расставим, мы на все согласны. Мысленно дарим котеночка маленького. Все, вот так работает запах мысли. Хотя я и на этом, кажется, не рассказывала, да, на курсе волшебника. Но я много, у меня каждый курс, он совершенно разный, и по-разному. Ладно, нам нужно... Я бы сходила. Да, давайте сходим. Так все равно сразу не пойдут.